Чё? Что? Ну все, начинаем. Разматывание. Давай, ты начал? Надо поздороваться. Да, всем привет. С вами Эбобан и Скилл. Бля, я так не люблю свой ник говорить, если честно. Просто он не так читается, как все его говорят. Опа. Дэвид. Чего дал? На М40 сегодня дуэль, я вообще играть на этой хрени не буду. Блядь. Э, ты чё так близко, иди подальше. Сейчас понял. Я не умею на хрене стрелять, объясни как. Вот так берёшь? И вот так делаешь? Я вот только на тренинг свой с ней там пару этих. Оп, раздать. Так, я понял. Ну все, почему? Ему капец. Ты где? У меня есть какая-то тактика, и я ее представляю. Я не знаю, я профессионал, она сама все стреляет. У тебя чики. Блять, я не понял, как это будет? Блять, смухи. Типа я родился с мухой. Ты родился мухой? Понял. Когда все, когда Бобина рожали, все мухи дрожали. Мне тебе только остается кушать как-то. Я издалека не могу с этой херни стрелять домой. Ого. Вот так вот. Чё? Вот это было Unreal тоже. Ты меня сейчас на карте показываешь, я сейчас возьму и делаю вот так. О, нифига ты летел. Ну, только на нож могу. Бля. Давай сюда. Опа, в прыжке. Опа! Как силовой. Ученик Абовина, ты зашел учителя. Но. Да. Смотри. Залетаю сюда, в дом. И в прыжке. Блин. Чё? Ох! Делаю 360 носков. Шот. Блять, как я пропал? Боже. Ну все, тебе капец. Прошлая дуэль вам зашла на канале, да, поэтому не поленитесь, поставьте лайк. По факту. Тогда мы сыграем на бластерах. Мы же дебилы. Давайте 10 тысяч лайков, и мы записываем дуэль. На керамбит, вот. Согласен, да? Да. Найти бы его. У меня 1 хп. Я знаю, смотри. Фух, король мухи играет против... Опа, прыжки дал. Против рачка. Вот это, блядь, ты прыгаешь и стреляешь просто. Чтобы играть так с мухи, как я. Нужно очень упорно мне. Ты голка там 40 снизу? А, я знаю кто, вот. Я хз, я вообще в стендофе ни разу не тренировался. Я в КС когда-то тренировался, потом забил. Ты можешь взять мух, и вот так вот. Чапоньк туда, вот сюда, вот так правильно, вот так вот, вот так вот, сосредоточился, вот такие жесткие, что ли. Мне еще прицел сразу, знаешь. А ты пробовал вообще не прыгать и не стрелять? Чтоб я победить мог, хотя бы. Трудно играть против тебя, такая жесткая заруба. Ты куда пошёл? Загнался, блядь. Кибербуллинг, стоп. Опа. В затылок попал. Научи так. Только на нас. Попал. Что? Да блин, я не могу подобрать момент, когда ты прыгать начинаешь. Крутится, вертится, сюда! Я тебе просто так не дам. Ну слушай, ты близко на самом деле. Если б не ножи, я бы, наверное, был. Да, ты был уверен. Ну прости, тут как бы, понимаешь? Что? Чего? Да, если будет, мне кажется, ничья, и ты, мне кажется, вообще не выиграть можешь. Бля, Аня. Я не в ту сторону смотрю. Бро, я тебе не отдам кабак, я жестко запотею, подожди. Что? Я вот так ты вообще сказать?
Вот ты что, наш появляешься, когда М40? Блядь, что он творит просто? Какие-то нереальные килы просто М40, бро, ты что? Что? Я не знаю, это просто талант. Это талант, просто талант. Это прыжка в дому. Знаешь, как подлетаешь? Не, пацаны, это без шансов, это вообще без шансов. Простите, но эту дуэль я проиграл. Впервые, понимаешь? Впервые, ну. Капец, Дань. Спасибо за игру, бро. Это был доступ. Ну, у тебя вообще нереально надо играть, да? Пацаны, 10 тысяч лайков. Легко. 10 тысяч лайков, мы играем на бластера. Там я подаваться уже не буду. Я его вот просто... Спасибо за просмотр. Спасибо тебе, давай. Давай, спасибо, бро. Пока-пока. I can know you better.